Итак, дорогие друзья, в следующем 14 курсе мы с вами то пишем лайки, но так как мы писали до этого, нам понадобился профиль пользователя, так как вначале было видео, что мы будем отображать фотографии лайков, кто лайкнул, как ВКонтакте. Так вот, мы с вами напишем пару форум, напишем представление для редактирования. Грубо говоря, у нас должно получиться следующее. Кстати, ребята, везде домашнее задание, только примеры показываю, вы дизайн сами делаете. Значит, мы с вами напишем изменение учетной записи, изменение изображения. Давайте вот изменим изображение, то есть сохранить. И сделаем так, чтобы выводилось сообщение из стандартного Django фреймворка Message, то есть что профиль обновлен. Вот наша фотография. Также мы с вами договаривались, что фамилия, имя вы уже сами по принципу выведете в предыдущих уроках. Я только показал, как выводить поля. Вот, по сути дела, уже по ходу напишем редактирование профиля. Для тех, кто начал с этого курса, начинать, то есть с этого просмотра видео на YouTube, начинать надо с сайта spb-tut.ru. А также есть ссылка на сайт, где находятся курсы, более сложные курсы по написанию соцсети. Все получится, спасибо за доверие.